надо быть. Итак, всем привет. Нахожусь на станции Самарка. Вот она, собственно говоря. Станция сама непосредственно. А эта станция секретная, ну как сказать, секретная. Была, в общем, секретной. А в прошлый раз, это самое, в Великую Отечественную войну на этой вот станции разгружали вагоны, и о ней мало кто знает. Но вот, тем не менее, мы сейчас вот пройдемся, насколько нам позволит охрана. Может, они скажут, типа, чувак, ну не снимай уже. Посмотрим вагоны, заодно пройдемся просто на станции. Тепловоз работает, нам повезло, маневровый. А, и еще здесь также разгружаются, собственно говоря, станции. Ой, станции, блин, опять я перепутал. Вагоны метро, конечно же. Но тепловоз зачетный, конечно. А, работает. Я блогер, снимаю аж лесной дороги работы. Да. Вот сейчас там Самарка решил посетить. Маневровый тепловоз. А, и эта станция, кстати, называлась раньше она не Самарка, а Самара, но чтобы не еще даже когда Куйбышев был, да, но чтобы не путаться потом впоследствии со станцией, которая, ну, для пассажирских перевозок. Собственно говоря, они ее и переименовали, ну, так, для удобства. Но мы пройдемся вперед чуть, где безопасно-то идти. Вон сюда не это. Посмотрим. Ну, можешь сказать, что типа, чувак, ты здесь лишний. Охренач. Сколько же вагонов, а? А я блогер, журналист, снимаю о работе железной дороги. Решил посетить станцию Самарка. Да? А я думал, дальше вот можно пройти по путям дальше. Забор открыт, а вот тут тоже дорога есть. Дорога вон есть. Ну вон. Открыты они. Ладно, ухожу. Если вы мне не рады, я ухожу. Я просто думал, что здесь можно пройтись дальше. Поснимать железную дорогу. Вот и все. Я не вор. Как, зачем? Я журналист, снимаю рабочие железные дороги. Я же вам рассказывал. Ну нельзя так, нельзя. Что ж теперь? Вот. Ну я не совсем журналист, я блогер. Да вот.